Мы находимся сейчас на бэкстейдже. Вот Алена Сереброва только что вышла с поклона дизайнерского. Скажите, пожалуйста, о коллекции пару слов. Я так прочитала с пресс-релиза и, в принципе, увидела, что у вас присутствует принт в виде цветов мимозы. А это осенняя коллекция. Почему так? А мимоза такой весенний. Это не принт, это вышивка. Это не принт, это вышивка. 3D-аппликация, я даже бы сказала. Да. Это я разрабатывала такую вышивку, чтобы она была объемной. И просто мимозу очень трудно передать вышивке, потому что вышивка – это плоскость, а надо передать 3D. Наверное, потому что очень хочется позитива, очень хочется солнца, очень хочется радости. Надоело слышать, что все плохо, да, это, наверное, протест. И такие розовые цвета, нежно-розовый и сотовый принт, или это не принт тоже было? Это был опять-таки такая вот узор, я бы сказала даже, правильно? Да, это жаккард. Да, это жаккард, это не принт на ткани, это вытка на ткани, это жаккардовый рисунок. И розовых там, ну, так мало, но вы их заметили. Я заметила их первыми, да, мне не очень бросились в глаза. А вторая часть коллекции оказалась такая вот осенне-зимняя, да, вот такие вот вязаные материалы, темные приглушенные цвета, вот как-то так вот такая дихотомия у вас получилась, двойственность. Потому что получается, что когда бутики закупают одежду, байеры мои, им нужен разный ассортимент. Даже зимой нужна какая-то одежда более легкая. Поэтому включаешь в коллекцию разные виды одежды. Потому что зима – это не только минус 50, тем более, в общем-то, в Европе и нету такой зимы. Поэтому из-за того, что наш клиент, в общем-то, это страны Востока есть и Европа, поэтому там более мягкий климат, более легкие пальто, более легкие одежды, поэтому она немножко миксованная. И по цвету, наверное, потому что небо, вот серо-голубой цвет такой, он чистый, да, вот. А вы вспомните всегда фотографии мимозы, пустые мимозы, желтые мимозы, обязательно голубое небо. Конечно, да, это потому что весна. Спасибо вам большое, Алена. Я напоминаю, что мы смотрим Fashion Week TV. Сегодня третий день Ukrainian Fashion Week.